Когда мужчина говорит, у меня есть нотка сомнения в тебе или нотка сомнения в отношениях, шлите нахрен этого музыканта, у него плохой слух, он не те ноты слышит. Возможно, это манипуляция. Когда манипулятор говорит, у меня есть нотка сомнения в тебе, это хитрый способ заставить вас сомневаться в себе. Во-первых, эта фраза подрывает вашу уверенность в себе. Манипулятор хочет, чтобы вы начали гадать, что именно вы сделали не так, даже если объективных причин для этого нет. Это заставляет вас еще больше сомневаться в себе, и вот вы уже размышляете над каждым вашим словом, над каждым поступком, и не знаете, что правильно, а что нет. Во-вторых, эта фраза усиливает вашу зависимость от его мнения. Вам будет требоваться внешнее одобрение, и вы можете начать искать это одобрение у манипулятора. Эта фраза заставляет вас пересматривать свои действия и планы в угоду манипулятора, не замечая, как он продвигает свою повестку и свое решение. Помимо этого, это может быть способом вызвать чувство вины. Даже если вы не делали ничего плохого, вы будете выслуживаться, быть угодным. Вырваться из этого порочного круга самостоятельно очень сложно. Как на это реагировать? Спокойно спросите, что именно вызывает у тебя сомнения? Требуйте конкретику, не оправдывайтесь и не поддавайтесь на провокации. Если такие фразы звучат часто, это красный флаг манипуляции.